Ого, видео мой голос может быть немного охрипшим. Всем привет, сегодня будет влог с конюшни. Сегодня у меня будет конкурсная тренировка. Но, к сожалению, сегодня у нас, можно так сказать, выходной день. И мы работаем с лошадьми только до обеда. Приятного просмотра. Время 6 утра, и мне уже пора вставать. Сейчас я переоденусь. Как обычно, чистим зубки. На завтрак у меня были хлопья и баночка колы. Это лучшее, что я могла есть на завтрак. Я просто безумно обожаю колу. Я вроде бы это уже говорила, но да ладно. Я уже на конюшне, и сейчас я пойду за этой милахой. Как обычно, я поседлаю за кадром. Обожаю этот летний сет с брусиками. Просто лучшее, что у меня есть. И, как обычно, в ускоренной съемке я ее пошагаю. Ускорено примерно на 9.6x. Пришагала? Да, так точно, капитан. Тогда давай начинаем. Заходи на барьер. Куда руки свои высунул? Тебе знаешь, куда их сейчас засуну? Что без такого больше. Угу. Молодец. На этом моменте она меня просто погнала. Я пыталась сделать воль, чтобы успокоить, но у меня просто не получалось из-за барьеров. Я выехала на другую часть плаца, и там уже у меня получилось успокоить. Ну, я думаю, все. Похвали ее обязательно. А, хорошо, до свидания. До свидания. Сейчас ее расседлаю и отведу в денник. Чистить я ее не буду, ее уже вечером почистит конюх. Сейчас я уже поеду домой
И вот я уже дома. Я хочу поскорее переодеться, потому что я просто уже вся грязная от пыли. У нас сейчас очень сухо на манеже, в принципе, на улице, и там просто куча пыли. И вот моя чистая одежда, свою конную форму я отнесу в прачечную, а сейчас я пойду пообедаю. Был бы у меня тут салатик, я бы, наверное, даже мем вставила, такой типа салатик. Ну, у меня рис, поэтому рисик. Ну, а сейчас я собираюсь просидеть половину своего дня в компьютере. Поэтому спасибо за просмотр. До встречи в новом влоге. И еще раз хочу поблагодарить тех людей, которые помогают мне с озвучкой, ну, то есть добавляют какой-то свой голос, помогают мне с видео и не делают мои видео достаточно скучными и однотонными, как у многих.